Добрый вечер. И счастливого пути. Я не выйду, пока вы не скажете, какой у меня рейтинг. Для меня ваш рейтинг 5 звезд. А остальное не важно, да? Остальное не важно. Мы тут с друзьями собрались немного выпить. Так, ничего особенного. Хотите зайти? С удовольствием, да. Ладно, счастливо. Не скажешь мне свой номер? Да, конечно. Вот же идиот. У вас новая заявка. Введите место назначения. Не знаю, куда мне теперь ехать. Я с подругой разошелся. Сочувствую. Введите место назначения. Можно как-нибудь его заткнуть? Мне надо быть кое-где через час. До того, как я повез тебя, у меня была пассажирка, девушка. Спроси у нее, хочет ли она поехать на домашнюю вечеринку в Малибу. Если у тебя получится, я буду твоим водителем. Это довольно странно, что я приехал сюда, но иногда происходят удивительные события, если довериться своим чувствам. Так где эта вечеринка, говоришь? Ты была его пассажиркой, а теперь мы все лучшие друзья. Да, очень круто. Потанцуйте-ка. Мне придется распустить волосы. Джесс, дай телефон. Я должен это сфотографировать. На заднем сиденье. Смотрите, эти с меня, но деньги не помешают. Ты не сходишь за меня? Лучше ты сам. Видел, что делает 44-й Магнум с женским лицом? Разнесет на части. Позвоните в полицию! Я тебя убью! А откуда мне знать, что это не какая-то ваша сумасшедшая игра? Ты пропускаешь самое интересное. Давай, Джеймс, ты же не хочешь пропустить свое свидание? Надеемся, вы остались довольны вашей поездкой.